всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Робби, Енот и Мок. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Сегодня у нас очень классная рубрика, потому что мы будем проверять, какой аниматроник бегает с какой скоростью. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Пацаны будут бегать вдвоем, так как у нас очень много аниматроников и у всех разная скорость. Будем проверять, кто же быстрее. Готовы, пацаны? Да. Пока, Димас. Давай. Смотри, я все-таки могу тебя догнать. Мог будет говорить, кто первый. Там камера стоит, пацаны. Я и так вижу, я первый. Машина первая. Ничья. Давай будем отсюда начинать. Раз, да. Два, три. Машина против аниматроника. Обгоняем Фокси. Где-то 60 километров. 55. Мы, Серега, одинаково двигаемся, у нас одинаковый аниматроник. Да? Отлично, на. За да. Это, чтоб ты не умничал. Не так, Серега, давай быстрее, потому что если мы найдем очень быстрого аниматроника, мы возьмем быстрее машину, у нас есть спорткачки. Качки. Будем их тестировать вместе с аниматрониками. Готов, Сережка? Подожди. Да это медленный рафит. Давай, потести, да, мы посмотрим, как ты превращаешься. Серия-то у нас классная. Не забывай ставить лайкосики, подписываться на канал, ролики выходят каждый день. И тестируем классные режимы всякие, прикольные очень. Я тоже сейчас сломаю. Не, он рахитный какой-то. Димас, я знаю, кого взять. Давай. О! Вот это то, что давай. Надо. Это реально будет очень неравный бой. Мок, давай, нажимай. Ух ты что? Куда пока прилетел? Димас. А я догоняю тебя. Догоню. Но я уже у финиш. Так, этот аниматроник получается очень быстрый. Супер быстрый. Быстрее даже, чем Соник. Хорошо, Серега, я возьму быстрее машину, раз ты такой умный. Не, ну ты иди нафиг отсюда, ты бесполезный. Так подожди, а какую штачку взять? Какая у нас есть быстрее машина? Раз, два, три. Пока, Димас. Догоняю. Не догонишь, я уже. Блин, ну чуть-чуть не хватает, но эта машина быстрее. Серега, ты где-то 70 километров реально бежишь. Я успел поймать Серегу. Два другого аниматроника, оставь этого аниматроника на финишные гонки. У нас будет еще быстрее машина. Хорошо. О, давай эту. Не-не-не-не-не, погоди, другую. Это не та. Давай. Ну, прогретый движок как раз. Раз. А, давай, Мок, нажимай. Нифига себе, ты стартанул. Ребята, где-то на 60 километров обгоняю. Ты хорошо стартуешь, а потом уже они как бы сдаются. Раз, два, три. Ой, я да вообще. А, так надо в машине шифт зажимать, я ж забыл. Ой-ой-ой. Офигеть, вот эта машина дала. Давайте все-таки эту. Я ж забыл, что это моди шифт прожимаешь, она начинает шлифовать. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Серега, давай, скажешь скорость, на какой я тебя обгоню. Или ты давай. Меня обгонишь. Давай, нажимай. Да ого, ладно, 100, ты меня 110, сделал! Ты 110. Меня сделал, Серега! Так ты перед самым финишем! Отвечай, это круто было. Ломай Серегу. Давай я еще возьму какого-то скоростного. Пока, Димас. Да блин. Ты мою тачку разбил. Какая была скорость, когда ты обогнал Скрэббэби? 120. Короче, ребята, где-то аниматроники, когда 60-80 километров бегают, все по-разному. Так, сейчас мы найдем. О, вот это тоже быстро. Давай, Серега, на стартовую полосу. Да бери любую другую машину, там же есть. Я готов, Димас. Давай, спортивная машина с игры Мафия против аниматроника. Нажимай. Раз. Нифига себе ты на дебаф встаешь, я даже этого сделал. Эннарда. Какая скорость была? Была около 85. Вот это скорость аниматроников.
Серега, я тебе специально дал медленную, да? Не, нормально, нормально. Пойдет. Давай, на счет три. Раз, два, три. Ого, он там рвет резину. Ну я двинулся вперед. Какая скорость, Серега, говори скорость. 85. Ну где-то 70 бегу, потому что уже начал обгонять. Вот это она реально лупашит. Даже Фокси удел, который вроде бы обгонял меня. Ну что, давай еще разок. Ща. Ну машина пойдет для гонок, она идеально подходит. Да. Раз, два, три. Я фальшстарт немножко сделал, но ничего. Эй, кричики-брики! Блин! Чики-брики в дамке. Какая скорость? Я вас на 50 уже начал обгонять. Ну блин, это старый пердун. Хотя он очень быстрый. Они реально, отпак один и тот же, но все бегают по-разному. Угу. О, Серега, я вспомнил, давай. О, головешка. Ты помнишь ее? Да. Раз, ты готов? Два, три. Ух ты, нифига себе. Давай, 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 я должен выиграть. Ну, отлично, ребята, это пока весь победитель всех гонок. Я на 80 начал тебя уже догонять. Ну что, давайте я машину мощнее заспавню. На. А давай. Я хочу, чтобы ты сделал меня все-таки. Какая же скорость будет? Так, у нас есть мафия. Сейчас все-таки мы сделаем классную ему тачку, дадим. Она будет струячить. На. Она в управлении не очень, но она будет струячить. Так. Так. Этот на гармошке под музыку. Будем бежать. Ну что, давай, Серега, ты готов? Да. Раз. Раз, два, три. Давай, 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 головешка, ты можешь. Я слышу, пока как он догоняет меня. Уху, какая скорость была? Была 100, 100. 100 километров, даже уверен, что он столько и лупашит. Сотку. Я вот это 100, мощный аниматроник. Я как тебя обогнал, уже 120 было. Так, пацаны. Есть еще в загашнике, еще мощный аниматроник. Даже быстрее, чем ты думаешь. Так. О, вот. Давай, Сережка. Вот это тебя сделает. Финал, да? Давай, нажимай кнопку, мог. Давай, нет, давай. Димас. Пока, Димас. Ну, блин, да у тебя реально очень скоростная машина. Ты как пьяный, короче, этот ездишь. Постоянно тут дешевище идет. От этого кошмара. Я выпил бутылку детского шампанского. Все? А, блин, а помню, еще был какой-то быстрый, но я ж помню. Ищи, ищи, Дима. Я пока это дожду. А чужой быстрый? Да. Ну ты попробуй. Так, ребята, так как у нас есть очень быстрая машина, аниматроников, мы уже определили скорость, 100 км в час. У нас есть два чужих. Затестим их, с какой скоростью они бегают. Серега, ты готов? Да. Ты движок не спали, такие обороты держишь. Раз, два, три. Давай, 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 чужой, ты сможешь. 100 километров. Не, ну я где-то бежу не сотку, где-то 80. Вот где-то на 100 так. Километров. Я набрал скорость на 100 и вас уже обогнал. Серега, давай буду в вентиляции. Обгонишь, когда я буду в вентиляции или нет? Так ты с ноуклипом. А я все равно быстро не могу перемещаться. Давай затестим. Когда ты так, меня будешь короче обгонять, ты ж меня не видишь, я тебе скажу, смотри скорость, хорошо? Угу. Давай, мог, нажимай. Ой. Стой, 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 мог. Фальшстарт, отжимай. Ты готов? Да. Раз, два, три. Да, вентиляция нереально быстрый. Никак мне не поймать. Ух, рядышком. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите рубу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Ну что, я на работу в пиццерию поехал, а я еду от говна.